Захват заложников во Франции. 4 человека погибли. Во время атаки на супермаркет мужчина называл себя сторонником ИГИЛ, требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдислама. В результате захвата заложников в супермаркете в городе Треп на юге Франции 4 человека погибли и еще 3 получили ранения. Об этом сообщает Le Figaro в пятницу, 23 марта. По словам мэра коммуны Треп Эрика Минаси, один из погибших, мясник, работавший в супермаркете, в магазине скончался еще один человек. Третья жертва, по предварительным данным, пассажир угнанного злоумышленником автомобиля. Также был ликвидирован мужчина, захвативший заложников. Правоохранители установили, что этот мужчина – выходец из Марокко. Во время атаки на супермаркет он называл себя сторонником ИГИЛ, требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдислама. Нападавший также выкрикивал «Аллах Акбар» и заявлял, что хочет отомстить за своих братьев в Сирии. Ранее стало известно, что из супермаркета в Требе освободили всех заложников, следователи рассматривают происшествие как теракт. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.